Здравствуйте, дорогие друзья! Я приглашаю вас в подмосковный город Климовск на вторую встречу стартового тура чемпионата страны между столичным клубом КПРФ и Торпедо из Нижегородской области. Соколов на перехвате, против него Винансио. Соколов забивает! Будто не замечая сопротивления пятого номера Торпедо, Павел Соколов продвигается к воротам и отправляет мяч в сетку. 1-0. Четвертая минута встречи. Именно по первому тайму. Все-таки футболист креативный, не попадает немного Владислав Мерлушкин. Чуть его в спину подталкивали, конечно, но уже нацелился на ворота Владислав, нанес удар и в итоге чуть-чуть промахнулся. Нет, Каракуна в последний момент там настигли и Обжорин, и Крижевских. Аширов капитанскую повязку надел Денис Аширов. Вот его момент, и спасает Замторадзе. Застрял буквально мяч под ногой сейчас у Георгия. Аширов-то все делал правильно. 56-й номер Торпедо стоит крепко. Не было нарушения правил. Тут мясорубка в центре площадки началась. И спасает свою команду Замторадзе. Но отбивает мяч прямо перед собой. Денис Аширов. 16-я минута. 1-1. Был шанс у КПРФ убежать в контратаку 3 в 1. В итоге мяч опять же удачно отскакивает. Сейчас по разные стороны баррикад. Безруков! Спасает Крижевских. Браво вратарю Торпедо. Олег Безруков своей настырностью, конечно, тоже подкупает. В российской суперлиге Шимбинья, экс-футболист Барселоны, в крестовину попадает Дуду. Какая простая комбинация и какой сложный удар для Замторадзе. 2 в 1 убегают, даже 3 в 1 коммунисты. Ниязов момент и 2-1. Артем Ниязов, капитан КПРФ, с передачи Дениса Буркова выводит свою команду вперед. А ведь все началось со стандартного положения Торпедо. Хромых здорово разворачивается и бьет. Вот это вратарский стиль Георгия Замторадзе. Ниязов. Голову Артем всегда поднимает, но сейчас можно было ее поднять и пробить точно в ворота. 3-1. Дубль от капитана КПРФ. Живет Артема Зайцев. В перекладину мяч попадает после рикошета, но мне кажется, что Дмитрий Зайцев делал пас в этой ситуации. Но все-таки давайте вспомним, как здорово вчера смотрелся Евгений Иваняк в рамке торпедовцев. А сегодня, например, вратарская замена уже произошла. Хотя Баранин сейчас здорово сыграл. Асадов. Шанс для Инара. Хотел пробить по воротам. В итоге едва передача не получилась у Инара. А так хотя бы мяч можно на чужой половине подержать. Тем более, что просачивается он каким-то образом сквозь руки Георгия Замторадзе. Антон Опер забивает. 3-2. И тут же тайм-аут берет Бесик Заидзе. Здорово разобрался в этой ситуации. Зайцев. Удар поворотом Замторадзе. Зайцев еще раз. Держится КПРФ. 13 секунд остается до финального свистка. И все, друзья. Коммунисты удерживают свое преимущество и со счетом 3-2 празднуют победу над Торпедо.